МОТБ представит свой стенд в рамках национальной экспозиции Беларуси на международной многоотраслевой выставке в Стамбуле, которая состоится в начале ноября. Посетители этого стенда смогут получить подробную информацию об основных направлениях деятельности биржи, важнейших группах товаров, порядке аккредитации и особенностях участия в торгах компаний-нерезидентов, а также о преимуществах использования биржевого механизма для ведения бизнеса в Беларуси и третьих странах. Как отметили в МОТБ, главная цель участия биржи выставки – привлечение на свою площадку компаний из стран Азии и Ближнего Востока, которые входят в список приоритетных рынков для расширения географии биржевой торговли. Отмечу, данная выставка в Стамбуле является крупным региональным выставочным форумом, на котором собираются ведущие компании из таких отраслей, как металлургия, машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность и сельское хозяйство. К слову, БУТБ будет участвовать в данном мероприятии впервые.